Да нам и закончилось? Да, да. Как? Успешно? Не знаю, еще... Ответа нету. Не ответа, а... Ну да. Ладно, кушать будешь? Что есть? Кашку я варила. Не нашел сковородку, что ли? Нет, просто это маленькая. Так вон же сколько, смотри здесь сколько сковородок. Какие хочешь? Да. Ты не знал? Вот, например. Маленькая тоже тебе. Вот есть. Смотри. Смотри, тут всякие разные же. Там вон такая есть, такая сякая. Ой, надо это. Здесь же тоже есть. Пойдет, вот твоя лопаточка. Я же машинку не выгружала. На мотайчика не рассчитано. Вот. Надо попшикать, девочки, вот этой вот. Тетечку надо попшикать. Вот такая есть. Хочешь? Ну, ой, любименька, вот сюда переложи. Давай. Переложи. Это в раковину положи. Все. Вот, видишь, удобно как будет. Да? Капаком можно закрыть? Не, не надо. Вот капак здесь есть. А, ты эту дощечку взял? Ладно, молодец. Вот эта дощечка. Ой, я что-то с утра не дощечки. Это. А? Дощечки. Нормально, не пахнет. Пахнет. Пахнет, да? Конечно. Любименька, вот, вот так делай. Ладно, я тебе не буду мешать, ты занимайся своими делами. Октайчику кашу надо спросить. Октайчик, кашку будешь, любименька? А? Кашку. Кашку-малашку. А? Не слышу. Кашку будет, любименьки? Да я ж глухая тетеря, господи. Как бабуля моя. Я, говорит, неграмотная, но деньги считать умею. Дважды два, говорит, я знаю, сколько будет. Пять. Я не могу. Ой, сегодня хорошее настроение. Да? А ты не помнишь, как баба Аны у нас это? Ну, ты маленький, конечно, был, не помнишь. Нет. Баба Аны, мы когда приехали в Ташкент, уж какой раз, я не помню, то ли второй, то ли какой. Ну, маленький ты был. Баба, то ли первый, то ли второй. Три анекдота, блин. Какой анекдот, ты спрашиваешь? Она, ты это не знаешь. Мы, короче, поехали. Абединамджа утром баба отвез в это, в банк на работу. Ты это время не помнишь, конечно, ты был маленький. И, значит, и он нам дал свою машину, и мы поехали. Поехали. А там, когда выходишь на центральную дорогу, ну, сейчас там до сих пор так. Там трафик, короче, образовался. Там, сейчас там есть светофор, а раньше светофора там не было. Mm-hmm. И, короче, трафик, а это перекресток. Баба Аны тоже машина? Не, баба Аны, ты и я. Да, ты был маленький, она еще черную одежду одела совсем. Совсем одни глаза у нее были. И мы, короче, на заднем сиденье... Аккуратно. Мы на заднем сиденье, а... ДД и баба за рулем, короче, впереди. И мы, значит, едем, доехали до этого места. Ну, как всегда, с французским. Че, баба не вышла трафик полиси? Да, 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 да. Ты вот сразу понял, о чем речь. ДД говорит, деликатин, сядь на место, куда пошла? А она орет, сус, сус, сус. Выскочила с машины и побежала, короче. Ну, как надо было YouTube тогда, блин, иметь. Ну... Ну, мы, конечно, это, сообразили, куда она побежала, но как там она регулировщиком работала, мы не знаем. Но ДД начал это, ржать над ней. Деликадын там, деликады, коры он там. Он разрешил, что ли? А? Я не ожидал, что ДД разрешит. ДД, ну, а что ДД может сделать, если бабаны уже выбежала ДД... и побежала? И ДД, чтобы вывести из себя, нужно, блин, это очень сильно постараться. Ну, бабаны виновата, короче, да? Нет, я не на той ситуации и не на этой стороне.
Это не, как бы, меня это не касается. Ну, блин, иногда бывает, ну, правда, неоднократно и мне хотелось. Потому что, блин, она, это у нее такой характер, она, блин, выпрашивает. Это во-первых. Во-вторых, я чисто из женской солидарности в такой ситуации, конечно, ДД не прав, потому что сила у всех разная. Понимаешь? Салча может быть? Это во-вторых. А в третьем, если в меня, то я тоже сдачу дам. Сдачу дам. Это шо за такие, блин? Только попробуй. Ну, это, конечно, я не сейчас такая. Раньше я тоже была смиренная. А что я рассказывала? И она побежала. Побежала. Но он ржал в этой ситуации, ДД. Ты не помнишь, да? Я, а ты маленький же был. Ну, ты и даже не это... Не соображал. А баба в этой ситуации я начал... Нет, ты маленький был. Баба начал в этой ситуации защищать бабаны. Говорит, что ну ты типа, ну, на отца говорит, что ты типа ржешь и возмущаешься. Раз мужики не могут регулировать, вот она и побежала. Неожиданно модерность из ДД и из баба, интересно. Да, он защищал мать свою баба. И сказал, чтобы ДД не смеялся. Ой, да. Но переживал из-за того, что все-таки она же женщина, стала там трафик, движение, мало ли дураков. Но она как-то у нее так получилось, и мы побыстрее стали продвигаться, и вышла. Вышли, она потом села в машину, но она была довольна, и прям медаль за отвагу ей требовалась в эту минуту. Но в тот момент я ее не поняла, сейчас я понимаю. Из-за того, что вот здесь живу, в Турции, понимаешь, с этими всякими правилами. Знакомые, мне как бы это близко, поэтому я ее понимаю, и молодец. Говорят же, когда молодой человек выбирает себе жену, он выбирает похожую на свою мать. Да, Фройд это. Ты тоже так думаешь? Фройд это говорит. А, Фрейд по-русски. Вот ты всякие слова говоришь, такие у тебя вылетают, как это, понос словесный. Что, гей — это плохое слово? Это не хорошее слово, а оскорбительное вообще. Гей? Ну да. Или это международное слово? Гей — это называется... Хорошо, это на любом языке? Ну конечно же, что говорить? По-другому что-то сказать. А для меня это слово оскорбительное. Гей? Да, как-то по-другому нельзя сказать. Но все, закрой эту тему, не хочу на эту тему говорить. Мне это неприятная тема. Камеру выключи, я скажу, как можно сказать. Не надо, я знаю, как ты мне хочешь сказать. Я не хочу это слышать, мне это неприятно. Блин, шалун, а? Шалун! Давай. Надо машинку разгрузить. Это у меня смех близкий очень, по рукам же. У тебя даже, знаешь, когда у тебя голос ломался... Они по телефону, когда говорили, мы думали, что это вообще и ДД думал, и баба потом, думал. Потом уже стали думать, это что баба. Вначале Тарик Амджа подумали, когда мне было 12-13, потом стал 16-17, уже стал баба. Зато когда я сейчас звоню, ДД говорит, Октай, на меня. Раньше говорил Айдын, на меня, сейчас Октай. Зато, когда ты сейчас какие-то вещи говоришь, такое ощущение, что интонация голоса у тебя бабаская. Понимаешь? Про шутки я уж не говорю, шутки 100% бабаские. Но у тебя, блин, интонация голоса. У меня шутки хуже, чем баба. Ну, потому что у тебя более молодежные шутки. Ой, кто надо... Октайчик, иди сюда, кашу возьми. Любименька, возьми этот. Варенье. Октай уже шутки хуже меня. Не, Октай, он очень, он добрый по сравнению с тобой. Шутками? Он добрый. Он прежде чем пошутить, он подумает. Словами? Да. Он боится лишний раз обидеть человека. Он лишний раз боится обидеть человека. Вот это ему очень вредит. Понимаешь? А ты, когда со старшими разговариваешь, ты это... Ну, просто
ты же в той ситуации вот с соседями, ты сказал, у меня нету столько энергии, как у этих мужиков. Потому что эти мужика сидят дома, им заняться нечем. Вот есть они. Просто зачем тратить личную энергию? У меня важная ситуация. У него и работа, учеба, блин, зачем эту всю энергетику на этих соседей в этой ситуации? У меня дверь вообще, мне все равно, какая, мне, блин, не важно, дверь там что-то случилось, дверь. Вообще, все равно, как узбеки говорят, мэнгевин. Мне все равно. Коктайчик, иди сюда, забери кашку. Вот. Откуда ты знаешь это? Узбекский слов? Угу, в Узбекистане жили. Нет? В Узбекистане жили, ты узбекский, что ли? Мэнгевин мэмне, ты это не знаешь это слово? Ну, сказать? Не надо. Спай начинается. Кто из Узбекистана, тот знает, что ты имеешь в виду. Но русский тоже могут сказать. Слово же русское. Второе. Международного характера имеет значение слово. На немецком да. Любому иностранцу даже это слово понятно. Это как в школе. В школу-то пришел в Ташкент в первый класс. А там дети все же метисы в основном. И значит, все и по-русски, и по-турецки болтают, да? Айдэй, ну куда ты пошел? И значит, это, учитель пошел с французским языком. Кардеш, Левчики общаются на французском языке по-турецки, да? На французском языке по-турецки. Ребята говорят, заметно, Айдэнчик похудел прям. Сколько ты килограмм сейчас? Потолстела. Сколько потолстел сам шоколад? Сколько ты сейчас килограмм? 6-7. 106-107. Короче, не похудел. Не, я перестал. В смысле, тебе надо стабилизировать свой вес? У меня стабильный уже. Короче, учитель. Пацаны же пришли. По-турецки матерятся, учителя турки. Говорят, нельзя такие слова говорить, ребята, вы что? А потом они решили по-русски. По-русски свой французский. Орут на переменах. Ну, учителя турки, конечно, кое-что понимают, кое-что не понимают. Но в основном они русские не знали. И значит, один раз учитель подошел, а Айден легко в первом классе вообще. Его бы можно было сразу во второй или в третий класс перевести. Но из-за того, что по возрасту совсем маленький он и не принято. По системе нельзя. Можно, просто не надо. Зачем? Потом в старших классах это сложно. Ой. Будет. Чего там? Ну, что? Вот сюда поставь. Ой, грибы-то сырые, сына. Нормально. Чего? Ставь сюда. Потом грибы. Не надо, пусть здесь стоит она. Падать будет. Да не будет падать. Спрашивает. Когда Чунска, как говорят это, мальчика, когда он самый суперский мальчик, как его типа похвалить? Сырой. Ну что делать? Надо воду удалить и закрыть под капот. А, я же это макароны буду добавлять. Не можешь это кушать? Нет. Можешь кушать? Не могу кушать. Хотя бы в микроволновке побольше. Могу просто. Сюда говорю. Надо было сыр, а? Да, надо было начать макро это. Грибы надо, добавлять. Ты мне даже не. А ты помыл их хоть? Помыл, да. Хорошенечко? Ну. А, так ты не все их израсходил. Ну, конечно. Чем этот учитель сказал? Как ты, говорит, мальчика? Как? Самый ты красивый мальчик. Слова не говори. А, самый красивый мальчик. В классе как это говорить на русском языке? На русском. Не говори. Да. Или П, я не помню. Ну, он, короче, материал. По-русски, по-французски сказал. Думал, что учитель это. А учитель говорит, ну тогда ты это такой мальчик. И что у тебя реакция? А? Он же ребенок, он не сообразил, что учитель может эту ситуацию на его перевернуть. Что он действительно. Может быть, учитель прикололся над ним. Учитель же все-таки взрослый человек. Понимаете? А он это, с матерком ругнулся, а учитель, может, знал это слово по-русски, может, ну, говорит, знал, может, не знал. Как он может не знать? Он говорит, тогда ты
этот мальчик. Ну, в аэропорт приходишь, сразу эти слова тебя учат. Слово. Сейчас я несу, дочь. Дикварь, так это слово. Все, дичь. Да, я тебе помогу. Держи ты. Давай, над кастрюлю поставим. Чё над кастрюлю? Ну, уже всё. Всё. Куда ты? Ой, ребята. Эх, ребята, на рубе печали. Возьми конец, сыграй на все. Ты сыграешь та-та-ра-та-ра-та. Тут все сварено. Та-ра-та-та. Ой, грибы сырые сны. Еще у вас есть. Первый раз что-то сырое ушло. Ой, Маруська в розовых чулочках. Все, злюк, это как, плащ? Этот, словарь. Словарь и кварь. Букварь это другое. А, букварь, да? Букварь нету даже в турецком, по-моему, языке. Букварь? Что это? Где буквы изучают? Типа А, арбуз, айс и там. Букварь у нас есть, ты не помнишь? 5 лет тебе, да? Около 5 лет было. Мы Б, Д, Х. А, Б, В, Г, Д, И, К. А, Б, В, Г, Д, И, К. Это учёба и игра. А? Я имею в виду другие вещи. А? Да. Хватит. Вот вы не на француз. Почему ты не француз? Интересно, в английском языке это матершинное слово тоже френч говорит, французский. А откуда это, интересно, пошло? Вот он понимает меня. Наполеон. Наполеон. Какая-то есть это детская. Наполеон же воевал с англичанами и с русскими тоже вместе. И с немцами. На немецком языке, может, тоже такие вещи есть. У немцев, блин, скорее всего, блин, 33 вида французов есть у них там. А, чистых не найдешь? Я имею в виду. Метисы все? Нет, я имею в виду слова. Да, ну, плохие вещи. Миграция в словах. Плохие слова. Ты же французский говоришь. В английском тоже так. А в немецком еще хуже, я думаю. У нее еще, может быть, и на другие вещи. А в французском тоже. Тогда как их? Французы Конечно. И немцы же они враги исторически. Да? Конечно. Так а в Европе кто не враги? Они друг с другом там воевали потом. Они воевали, блин, сколько лет? Последние 50 лет они никто не воевает. Между собой. В Европе, да. Потому что у всех, блин, ядерные бомбы. Нету у них боеголовок. Но! Но то есть, там, блин, МНЕ есть, поэтому у них же пакты всякие. Да, я думаю, не из-за этого. Просто у них сейчас приоритетно в другом смысле. Советский Союз и Америка почему не воевали? Потому что ядерные бомбы у них у всех будут. Если, блин, воевать будете, это конец мира. Все. Поэтому не воевали. Поэтому воевали сейчас в других местах. Сейчас война не так, как раньше. Вышел в поле, давай, кто почему? Сильнее. Почему? Потому что уже ядерные бомбы имеют. Сейчас другая идет. Да, поэтому ядерные бомбы, потому что. Чего здесь непонятного? Потому что уже это неинтересно. Не потому что это неинтересно. Давай закроем эту тему. Ой, блин, не хочу на эту тему. Да, блин. Ты что-то с одной стороны хорошо поджарил, а с другой у тебя беленький. Еще мы замерли. Не сырой. Ну, ничего, говорит, страшного, это не важно. Главное, что не сырой. А вот грибы сыроватые. Сейчас. Эх, Маруся. Нет, Тём. Едет он. От француза.
Вы поняли? Мама русская, папа турок, а сын француз. Сын и фюс. У кого так бывает? Сын и фюс. У всех. Баба сын и кузусу. Приятного аппетита, афитосу. Вот такие вот, ребят, дела.